Давайте три у нас будет. Вытащить надо, да? Вытащить надо, да. Сперва надо вытащить. Вы вытащили желтую. Любую желтую карточку. Да? Читать? Читайте. Вам случалось засыпать на спектакле или в кино? Угу. На спектакле не случалось, а вот в кино, да. То есть когда это было скучно? Нет, когда просто мы с мужем ходим иногда на те фильмы, которые нравятся мне, иногда на те фильмы, которые нравятся ему. Вот на тех фильмах, которые ему нравятся, я засыпаю. Последний раз это было на, когда супергерои объединились, что-то там делали, в общем. На супергероях я заснула. Ну, кого-то вы сейчас обидели, я не знаю кого, но уверен, что не из отечественной киноиндустрии. Так. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».